Мороз – не помеха для популярного зимнего развлечения – катания с горок. На склоне на улице Красной в Петрозаводске дети это подтверждают. Скатываются на снегокатах, ледянках и ватрушках. Не слишком оценивают, не крутой ли спуск и есть ли препятствия. Надувные сани развивают большую скорость, при этом управлять ими невозможно. Да и катаются дети зачастую на стихийных горках. Так, катание в парке Вакасалми в Сартовале в первые дни января для дошкольницы закончилось серьезной травмой позвоночника. Сейчас она лечится в детской республиканской больнице. Врачи говорят, маленькие пациенты с травмами стали появляться в приемном покое уже в ночь с 31 на 1. Медики встревожены, что переломы, травмы и даже смертельные случаи не останавливают взрослых и детей от катания на ватрушках. 2 года назад, к сожалению, у нас был ребенок, которая также катилась на ватрушке со склона и ударилась головой об дерево, в результате чего у нее произошла тяжелая черепно-мозговая травма, и, к сожалению, девочка скончалась. Это только эксперимент. В тюбинге плюшевый кот, а сама ватрушка привязана к машине. Опасное развлечение набрало популярность несколько лет назад, при том, что является серьезным нарушением правил дорожного движения. В Сегежском районе водитель автомобиля Land Cruiser, буксируя надувные сани, в которых находились женщина и ребенок, допустил занос, в результате которого произошло столкновение с деревом, женщина скончалась, а ребенок был доставлен с травмами в больницу. Опыт с привязанной к машине ватрушкой проделал помощник уполномоченного по правам ребенка в Карелии Геннадий Мазов. Он согласен, что развлечение популярное, а потому заслуживает пристального внимания взрослых. В офисе омбудсмена разработали памятки с правилами безопасного катания на ватрушках. Хотелось бы в первую очередь обратиться через вашу компанию к тем учреждениям, в чьем видении находятся горки, на которых катаются, что хотя бы как минимум были размещены информационные стенды с правилами безопасности поведения на данных горках. Пока не оборудованы специальные места для катания на ватрушках, остаются нелегальные. В то время, когда ребятня катается на таких спусках и радуется настоящей зиме, взрослые переживают, как бы чего-нибудь не случилось. Юлия Кучеренко, Борис Касьянов, Алексей Миронов, служба новостей.